В Тирасполе задержали таксиста-сутенера. В интернете он знакомился с молодыми девушками и предлагал им работу, оказывать интимные услуги. Клиентов находил сам, за это брал часть денег. Если девушки отказывались работать проститутками, мужчина их шантажировал и угрожал. Две девушки, с которыми пытался наладить контакт таксист, обратились за помощью в милицию. За мужчиной установили наблюдение. Вот оперативная съемка, сделанная в салоне автомобиля подозреваемого. Мы просто пришли, чтобы поговорить, именно все, именно уже разъяснить. Вы же ничем не занимаетесь или занимаетесь? Ну, типа, не учитесь. Не учитесь. А я работаю. Оперативникам удалось собрать доказательства того, что таксист занимается сутенерством и вовлекает в проституцию молодых девушек. Мужчину задержали. А супруга знала, чем вы занимаетесь? Нет. Как вы думаете, как она сейчас отреагирует? Не хочу об этом думать. Вернемся к возрасту девочек, которым вы подыскивали работу. Какой был минимальный возраст и какой максимальный? 18, 19, 20. Уголовное дело возбуждено по двум статьям. Таксисту-сутенеру грозит до 8 лет тюрьмы.